привет! О, великий русский язык! Я уверена, вы слышали о таких терминах, как синоним, антоним, что-то там еще ноним. А слышали ли о таком, как пароним? Так, чтобы не грузить вас терминологией, скажу проще. Это слова схожие по звучанию, но разные по смыслу. Например, экскаватор и эскалатор. Честно, я до сих пор немного их путаю. Так вот, у экскалатора сегодня день рождения, а экскаватор ржавел под снегом в Ангарске в 1974 году 15 марта. Мы долго ломали голову, что это, пишет журналист газеты, смотря на фото, присланное в редакцию. Металлолом или запчасти, и кому они принадлежат? Сомнение разрушил звонок в отдел главного механика СМУ-4. Тот сообщил, что это сменное оборудование для экскаваторов, но не сказал, почему оно там лежит. Помимо зимующих частей в Ангарске добавилась еще одна железная техника. Ангарчане заметили, что на улицах города появились новые спаренные трамвайные вагоны. Даже по внешнему виду они несколько отличаются от своих собратьев. Впереди и сзади установлены сцепные приборы. Сдвоенные вагоны могут перевозить до 300 пассажиров одновременно. Это не единственное нововведение, связанное с транспортом. В 1956 году, все так же 15 марта, появились новые маршруты автобусов. 4 маршрута организовано внутри города. Дворец культуры – Майск, Дворец культуры – Сангородок. От рынка до поселка Дальний. И от 13-го района также до поселка Дальний. Также пересмотрены уже существующие линии и внесены изменения. Все для вашего комфорта. Кстати, хотела сказать, что лично я очень довольна нашей транспортной системой и в любом споре готова отстоять свою точку зрения. А вы знали, что есть специальное приложение, которое позволяет отслеживать, где едет необходимый вам автобус? Желаю вам, чтобы транспорт, которым вы будете сегодня пользоваться, приносил только радость и оправдывал ваши ожидания. Всего хорошего!